Привет и добро пожаловать на наши уроки по изучению операционной системы Titan, работающей на пультах Avalite. Значит, в сегодняшнем нашем уроке я покажу меню диск и также особенности некоторых функций. Плюс я покажу, как начать ваше новый шоу файл. Итак, значит, клавиша диск находится здесь. Если это у вас физический пульт, значит, то у вас он будет в таком, вот находится рядом с клавишей патч, нажимается клавиша диск. Вот, и у вас есть различные опции. Значит, new show или новое шоу, нужно для того, чтобы э, начать новое шоу. Ну как, по названию, понятно. Значит, load show, то есть загрузить какой-то шоу файл, который вы уже до этого создавали. Save show файл, чтобы сохранить шоу файл. Save as, для того, чтобы сохранить шоу файл э, с другим названием импорт шоу, то есть импортировать шоу-файл. Вот. Также э, э, импортировать шоу-файл, это значит титан э, позволяет вам импортировать частично шоу-файл, э, который вы создавали до этого. То есть э, принести, скажем, чейс из другого шоу-файла, какие-то палеты или какие-то другие элементы. Вот. Э, дальше есть функция, например, автосохранение. Немаловажная функция. Э, то есть если зайдем в нее, мы увидим три опции здесь. Значит, можно включить или отключить автосохранение. То есть это, грубо говоря, это backup файл. То есть когда вы будете работать, пульт будет создавать какой-то backup файл прямо за вами. То есть когда, скажем, с каким-то определенным интервалом определенное количество файлов. То есть для того, что если вы вдруг какую-то совершили ошибку, скажем, 5 минут назад и так далее, вы можете вернуться в тот файл и загрузить его и, скажем, исправить, не совершать больше эту ошибку, либо исправить ее. Вот. Значит, эту функцию можно включить, выключить. Также есть, через какой промежуток времени будет создаваться backup файл очередной. То есть он по умолчанию дается 30 минут. Я в основном сам выставляю 10 минут. То есть вы кликаете сюда и выставляете, скажем, 10. Enter. Вот. Дальше. Number of Auto -saves, то есть какое количество файлов будет записано, прежде чем файлы начнут перезаписываться. То есть, если у вас количество 5, то значит получается каждые 10 минут пульт будет создавать backup, скажем, 1, 2, 3, 4, 5. И когда надо будет создавать шестой backup файл, он будет записываться поверх первого бэкап файла и так далее. Но я в основном выставляю количество бэкап файлов, тоже 10. Enter. То есть через каждые 10 минут будет создаваться один бэкап файл. Вот. Можете нажать Exit. Вот. И можно еще зайти в диск. Я, я просто расскажу о других клавишах, которые здесь есть. Это клавиша Titan Net Sessions. То есть, начиная с версии 8, пульт, вам, пульт Titan Soft позволяет вам объединять пульты в, в единую сеть, где вы можете объединить несколько, до нескольких пультов, работающих вместе над одним шоу-файлом. А также вы можете объединить, скажем, в бэкап или в сетевой бэкап, когда у вас пульты работают как мультиюзер, либо как бэкап. то есть, если зайдем вовнутрь, здесь есть возможность посмотреть сессию. То есть, если кто-то в сети, который сидит, какие-то другие пульты, клавиши бэкап, то есть, это значит, тот пульт, на котором вы включите это вот сейчас клавишу, значит, этот пульт у вас будет работать как бэкап для основного пульта. значит этот значит, э, вы подсоединитесь к другому пульту как в роли слейва, э, то есть ведомого пульта, а тот будет ведущий. А также можете включить функцию backup и мультиузер, то есть вы будете сидеть как ведомый для другого пульта, а также если в случае, если другой пульт упадет, во время работы перестанет или там что-то с ним случится, значит ваш пульт станет основным пультом. Еще раз зайдем в диск, еще посмотрим, значит, Handle World, мы это рассмотрим в отдельном уроке, где мы будем рассматривать мультипользователя. А юзеры, опять же, мы можно создать несколько юзеров, которые будут пользоваться этим пультом, у них будут свои настройки. Вот. Это юзер пользователь. Значит, репорт это значит, можно сделать PDF, CSV, либо текстовый файл или HTML файл, в котором вы можете сделать распечатку всех ваших пропаченных приборов, скажем, с их, с их DMX адресом, а также, например, количество ваших плейбаков и так далее. То есть для этого есть репорт клавиша вот. Ну, давайте вернемся опять на первую страницу, где написано «Новый шоу» и можете начать новый шоу-файл. Для того, чтобы начать его, нажимаете «New show». Вам даст некоторые опции, где он вам разрешит ввести название шоу-файла. То есть, вы можете ввести, скажем, название «Test111». Вот. И э, вот это вот, тоже очень важная опция, которая называется «Wipe DMX Settings Off» или «On». Значит, что это значит? Это значит, нужно ли сбросить все настройки, все DMX настройки? в новом создавшемся шоу файле. То есть, если вы работаете с одним и тем же визуализатором, и вам это не нужно, значит, вы убеждаете, что у вас стоят настройки на OFF. Если вы просто сдали в аренду пульт, и пульт к вам вернулся, и вы создаете шоу файл, вам не нужны его настройки, которые, которые он настраивал последний световик до вас. Поэтому можете сделать ON и нажимаете ОК. Ok. Вот. Нажимаем ОК ok, в данном случае. И после этого пульт а, очищает весь шоу-файл, который был, дает нам наше название, test111. И мы готовы для программирования нашего шоу-файла. А, как программировать, это будет на следующих уроках. Спасибо большое. До свидания. Пока.